Всем привет! Меня зовут Евгений Немов, и это мой видеокурс «Как играть на трехструнной сигар-бокс-гитаре». Многие люди спрашивают меня, как настраивать сигар-бокс-гитару. Сигар-бокс-гитара настраивается в открытом строе. Сейчас я играю на гитаре, которая настроена в соль. Это соль, ре, соль. Также сигарбокс гитара настраивается ре, ля, ре, либо ми, си, ми, либо ля, ми, ля, либо до, соль, до. Как держать сигарбокс гитару? Многие держат вот так, как балалайку. Это очень удобно, потому что корпус маленький и рука не устает. Но я привык держать вот так, как обычную гитару. Поэтому в этой видеошколе я буду играть на ней именно вот так, в этой постановке. Если вам удобно держать гитару вот так, конечно же, используйте эту постановку. На сигарбокс гитаре играют слайдом. Слайд — это вот такая вот трубочка. Либо стеклянная, либо металлическая, как правило, металлическая. Удобнее всего играть на сигарбокс гитаре коротким слайдом, укороченным, то есть чтобы его хватало только на три струны. Либо многие используют половину от этого слайдера. Я этим не пользуюсь, но могу вам порекомендовать использовать короткий слайд. Это делается для того, чтобы можно было играть на каждой струне отдельно, то есть использовать вторую струну. Хватает вот именно такой длины, я к нему привык, поэтому я использую именно такой слайдер. При игре слайдом вам необходимо знать одно правило. Слайдер должен располагаться именно над ладом. Не между ладами, а над ладом. Точно-точно над ладом. Еще одно необходимое условие. Прижимать слайдер нужно именно ровно настолько, чтобы нота звучала. Не надо нажимать сильно и не надо слишком слабо. Надо именно нажимать именно так, чтобы нота звучала чисто. Еще необходимое условие красивой и правильной игры слайдером – это вибрато. То есть каждую ноту вы должны подтверждать красивым, сочным, ярким вибрато. Принцип игры на сигарбокс-гитаре включает в себя обязательно
ритмическую составляющую. То есть сигар, бокс, гитара – это не сольный инструмент. Вернее сказать, это и сольный, и аккомпанирующий, и ритмический инструмент в одном флаконе. То есть, играя на сигарбокс гитаре, вы обязательно должны ритмично и громко топать ногой. То есть ваша нога – это продолжение сигарбокс-гитары. Самая главная особенность игры на сигарбокс-гитаре заключается в том, что вы должны играть рифы. То есть игра здесь больше ритмическая, нежели чем мелодическая. Про мелодическую составляющую я расскажу вам немножко позже. Что значит ритмическая игра? То есть я вам покажу несколько рифов. Играя на сигарбокс гитаре, вы используете ее не только как аккомпанирующий инструмент, но по большей части это перкуссионный инструмент. Еще одна безусловная особенность игры на сигарбокс гитаре заключается в том, что вы должны научиться дублировать мелодию, которую вы поете. Вы должны научиться играть одновременно эту же мелодию на сигарбокс гитаре. О чем я говорю? Сейчас я сделаю маленькую иллюстрацию. То есть понимаете, что вы должны научиться одновременно играть и мелодию, и ритм, и еще петь. Петь ту мелодию, которую вы играете на своей гитаре. Становимся на левой руке. Что такое левая рука при игре в сигарбокс-гитаре? На сигарбокс-гитаре играет приблизительно так же, как на балалайке, то есть используется большой палец левой руки. Зачем это делается? Это очень удобно. Потому что есть такие некоторые аккорды встречаются, которые удобно брать двумя пальцами, чтобы слайдер был всегда свободен у вас. Также левая рука используется помимо слайдера, используется указательный палец. То есть получается так, что техника игры на сигарбос гитаре это так называемая смешанная техника, слайдовая и пальцевая техника. Остановимся на функции правой руки. Правая рука у нас является основной
в исполнении на сигарбос гитаре, в игре на сигарбос гитаре. Почему? Потому что, как я уже сказал раньше, сигарбос гитара это все-таки ритмический, это больше ритмический инструмент, нежели чем мелодический. Правая рука всегда играет ритмический рисунок. Запомните это. Ну, к примеру. Теперь мы разберем медленный блюз. Это все очень просто. Блюзовый квадрат, обычный 12-тактовый блюзовый квадрат на сигарбокс гитаре. Открытая третья, открытая первая, вторая на третьем ладу, вторая на втором ладу, вторая на первом, открытые, turn around. Получается у нас вторая струна, третий, пятый лад, форшлаг. Можно сделать вот такой глиссандо.
рассмотрим вот эту фразу. То есть играем. Вторая струна 12 лад, первая струна 10 лад. Вторая струна 12 лад, первая 10. Дальше. Вторая струна 10, первая 9. Вторая струна 8 лад, первая 7. Итак, друзья мои, шаффл. Я вам покажу сейчас самый распространенный шаффл. Он вам пригодится потом при исполнении очень многих блюзовых стандартов. Итак. Теперь медленно. При игре шаффла вы должны выделять вторую долю так, чтобы она была громче, чем все остальные. То есть вы изображаете малый барабан. При игре шаффла используйте левую руку, чтобы глушить струны. Ноты должны быть максимально короткими и острыми. Thank you.
gypsy woman told my mama before I was born. You got boy child coming, gonna be son of a gun. You gotta make party women jump and shout, and the world would know what it's all about, but you know I'm you. Everybody know I'm hip. I'm a coochie coochie man. Everybody know I'm hip. Разберем медленно открытые струны. Пятого, открытые, третьего, открытые. Обязательно делайте бенд. Нога. И дальше все, что я вам раньше показывал, вспоминайте. Барре на пятом ладу. Вторая струна, струна седьмой лад. Восьмой лад, седьмой лад. Второй лад, третий лад, второй лад, открытый. Седьмой лад барре, вторая струна. Девятый лад, десятый лад, девятый лад. Turn around. Baby, please don't go. Baby, please don't go. Это шаффл. Играть шаффл я уже показывал раньше. Сконцентрируем свое внимание на мелодии. Первая струна, третий лад. Первая открытая. Три струны открытых. Третий лад. Еще раз повторим. Здесь играется у вас в правой руке играется шаффл ритм. Третья часть мелодия.
на третий лад. Третья струна, пятый лад. Пальцы. Итак, сначала и до конца. Сейчас разберем шаффл Dust My Broom Элнора Джеймса. Там есть очень характерная фраза, которую вы должны знать. Двенадцатый лад, первая и вторая струна. Третий лад, открытый. Yeah.
Итак, can be satisfied. Мелодия. Первая струна, седьмой лад. Первая струна, третий лад. Первая струна открытая. Еще раз. Вторая струна, третий лад. Пятый лад. По полутонам. Или так. Поддерживаем, сохраняем ритм. Вторая струна, седьмой лад. Вторая струна, третий лад. Вторая струна, пятый лад. Вторая струна, пятый лад. Третий лад. Третий лад. Третья струна, третий лад. Открытая вторая. Turn around. И все вместе медленно. Can be satisfied.
как мелодия. Йо-га-ту-ну. Первая струна. Третий лад. Пятый, седьмой. Шестого лада. Струна. Первая струна. Полностью баре. С бендом от четвертого лада. Первая из третьего лада к четвертому бенд. Можно пальцем. Струна, пятый лад. Третий, второй. Фраза. Первая струна, седьмой лад, бенд шестого лада на пятый, бенд второго лада на третий, открытая. Повторим мелодию целиком. You got to move.
ж, дорогие друзья, на этом первая часть моего видеокурса «Как играть на сигарбокс-гитаре» подошла к концу. Я вам желаю творческих успехов, вдохновения и играйте на сигарбокс-гитарах. До свидания.